Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visasun.ru. И давайте в этом видео я расскажу, какая погода в Доминикане зимой, в декабре, в январе, в феврале, стоит ли сюда ехать зимой. И вообще особенности отдыха именно в этот период. Ну, если коротко, видео будет коротко, потому что это самый классный период отдыха, зима для отдыха в Доминикане. Сезон дождей заканчивается, который там длится с мая по октябрь, до середины ноября. Хотя и дожди мелкие, но зимой их вообще нету. Сезон ветров тоже заканчивается. Самое главное, заканчивается сезон водорослей, который также с мая, да, середина октября длится, купаться в море нельзя. Так вот, зимой ничего этого нету. Воздух становится суше, хотя тут всегда влажно из-за того, что океан, тропики, климат тропический, но воздух, тем не менее, становится все равно чуть-чуть по суше. Так, нет, лучше я в другую сторону пойду. Воздух становится чуть по суше. Средняя температура 23-25 градусов. Ну, это, естественно, ночью где-то 21, днем 26-30. Сразу скажу, что декабрь, январь, февраль сильно температура не меняется. Она может меняться плюс-минус 1 градус. Вообще в Доминикане очень прогноз погоды сложно смотреть. Ну и не нужно смотреть именно по температуре. Допустим, стал дуть ветерок, бриз, вы чувствуете чуть прохладнее. Штиль нету, никакого ветра, солнышко. Вы чувствуете себя там на пару градусов, что вам жарче. А тут вообще климат у них в принципе-то не меняется. Не то, что от зимы зимой, а даже не меняется. Очень слабо меняется от зимы к лету, то есть по сравнению, допустим, зимой 23-25, летом средняя температура 28-30. Вот и вся разница. Но это я говорю, конечно, среднюю температуру, а не только дневную. Вода в море классная, 26 где-то градусов. Ну, 26-27, 28. Смотри, то есть самое классное время для пляжного отдыха. Конечно, голубое, чистейшее море. И красота. Но, естественно, в это время самые дорогие цены. Во-первых, новогодние праздники. Доминикана находится рядом с США, там отмечают Рождество. Следовательно, со второй половины декабря тоже очень высокие цены, очень много американцев отдыхает, и жителей соседних стран и континентов, и самих доминиканцев. 5-6 января, по-моему, честно, точно не помню название местных праздников, день прихода волхвов перед Богоявлением, а 24 или 25 января – день Святой Альтаграссии. Но не суть важна. Когда здесь праздники, доминиканцы, кстати, у них есть как бедные, так и богатые. То есть это не совсем бедная страна, есть средний класс, есть в том числе вертолетные площадки. Вот в Санто-Доминго даже район Анакаона, откуда люди на вертолетах летают на пляже. Не на машине едут, а на вертолетах могут летать. И во многих отелях, вот если кто был, напишите, 5 звезд в Пунта-Кане есть вертолетные площадки, люди приезжают на вертолетах. Все это я к чему говорю? А то, что вот когда праздник, ну, на январские праздники не был, но это всегда у них. Вот я, например, был 24 сентября, у них был День независимости, тоже очень много доминиканцев отдыхает. Следовательно, все это поднимает, во-первых, цены, во-вторых, очень много народу всегда в это время. И прямо от этой улицы идет улица туристическая, где много магазинчиков, как бывает, можно. Когда, если поехать зимой, когда можно попробовать сюда попасть, чтобы было поменьше народу и чтобы были поменьше цены? Вот смотрите, период, когда заканчиваются новогодние, рождественские праздники, местный доминиканский праздник, которым я говорил, 5-6 января, и до вот этого праздника Святой Альтаграссии. Допустим, числа 10 января, в том числе и в России цены могут быть поменьше, так как люди отгуляли новогодние праздники. У них деньги кончились. Это, в принципе, даже не только в Доминикану, а в любую страну. Сравните цены 10-11 января и в Новый год. 10-11 января очень часто во все страны бывают хорошие цены, в том числе и в Доминикану.
И еще по одной причине, о которой я говорил, все местные тоже отгуляют праздники, деньги кончились, выходные кончились, следовательно, тур становится меньше. Вот если вы хотите ехать зимой, немножко попробовать найти по достаточно доступным ценам, я вам рекомендую смотреть 10, 11, 12 января вылет. Вы можете отдохнуть классно. Вообще у них зима длится, они как считают, с декабря до середины марта, вот примерно такой вот сезон сухой, классный для отдыха. Попробуйте в феврале. Можете найти хороший тур. Если у вас позволяют финансы, и вы не задумываетесь о финансах, в любое время можете лететь. Самое классное время для отдыха. Все. Всем пока. С вами был Борис Соколов, сайт visasam.ru. Особо больше говорить и нечего. Забыл вам сказать, вот что еще зимой есть, какая у них очень классная вещь. В это время в район Саманово со второй половины января приплывают горбатые киты. И можно увидеть горбатых китов во время экскурсии по Самане. Она и так сама по себе классная. Вы увидите множество красивых мест, бухт, заливов. Так вот, зимой можно увидеть там еще горбатых китов. Честно, никогда не видел. Если вдруг попаду во второй половине января в Доминикану, обязательно попробую их увидеть.